Здравствуйте. Магазин «Электропара» представляет обзор светодиодной лампы фирмы «Истарс». Мощность данной лампы 8 Вт. Цоколь Е27. Цветность данной лампы нейтрально-белая. 640 люменов составляет световой поток данной лампы. И данная лампа равняется эквиваленту лампы накаливания 60 Вт. Данная лампа также имеет параметры. Угол рассеивания 120 градусов, степень защиты IP20, рабочая температура от минус 30 градусов Цельсия до плюс 40 градусов Цельсия, срок службы 50 тысяч часов. Также производители указывают габаритные размеры данной лампы. Это 60 мм диаметр, 160 мм, 116 мм длина данной лампы. Давайте посмотрим на эту лампу без упаковки. Так выглядит данная лампа без упаковки. То есть классическая форма лампы накаливания. Лампа имеет на основании основные характеристики. То есть это ватность, цоколь и цвет. Белый, белый цвет. Давайте посмотрим, как загорается данная лампа. Как вы можете видеть, данная лампа довольно быстро загорается и имеет нейтральный белый цвет. Данная лампа отлично подойдет для использования в домашних условиях.